Здравствуйте. Сегодня рассмотрим, как удалить папку Windows Old. Вот эту папку необходимо удалить. Простым способом она не удалится. Вот давайте попробуем. Как видим, ничего с этого не получается. Нажимаем «Отмена». Закрываем здесь. Заходим в мой компьютер. Системный диск C. Свойства. Нажимаем «Очистка диска». И здесь проставляем галочки, какие мы будем удалять сейчас файлы. Предыдущая установка Windows, она не нужна. Файлы резервной копии пакета обновлений. Настройка файлов журнала. И остальные тоже выбираем, где есть объем файла. А где ноль стоит, то эти не отмечаем. Окей, нажимаю. Удалить файлы. Программа очистки диска удаляет файлы, ненужные более на этом компьютере. Очистка диска занимает время более 5 минут, в зависимости от объема удаления файлов и папок и мощности компьютера. Все удалено. Открываем диск C и сейчас посмотрим, удалена была эта папка или нет. Все чисто. Папки Windows All нету. Папка эта удалена. Все закрываем. Вот так карта сможет удалить неудаляющую папку Windows Old или подобную ей. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.